I mean, Maccabi is always very ambitious team. We know the difficult task we have over there in Tel Aviv. It's always hot atmosphere, very difficult to play. They do play on both ends very well. It's obvious that they have some certain leaders, but the team has been modified last year, and they play good basketball. Команда играет очень хорошо в этом сезоне, очень агрессивно, много борьбы в каждом матче, и их результаты показывают, что они находятся сейчас на четвертом месте. То есть после завтрашнего матча мы можем поменяться местами. Там играет наш знакомый Ателла Хантер, то есть мы как бы перед игрой увидимся, поболтаем, но во время игры будем по разные стороны. И, конечно, тяжело играть в таком зале, когда 10-12 тысяч, и они все в желтом, такое какое-то желтое море получается, они поддерживают, и во время игры очень сложно, потому что болельщики очень сильно шумят, и ты не слышишь подсказок со скамейки, не слышишь своего партнера во время игры, и мы к этому готовы.